Разница между Украиной и Россией в этом вопросе в чем? В том, что эта социология четко фиксирует. В том, что если завтра Путин скажет, что будет мир, русский народ это примет. Да. А потом Путин скажет, что будет война, и русский народ это примет. Русский народ амбивалентен. Он принимает любую позицию, которую предлагает Путин. В Украине Зеленский не может этого себе позволить. Потому что в Украине отношения между властью и народом, ну, они несколько иные. Поэтому, ну, вот одна из таких важных принципиальных разниц.